8 марта мы решили поговорить о парфюмерии, о парфюме, поскольку один из ожидаемых подарков для девочек – это, конечно, парфюм. И для того, чтобы эту тему, я бы сказала, щекотливую, деликатную осветить в полном объеме, ну уж как получится, мы пригласили сегодня специалиста в области парфюмерии и парфюмерного блогера Алексея Литвиненко. Доброе утро, Алексей! Доброе утро! Ожидаемо вам, наверное, многими девушками и сложного наверняка для многих мужчин. А поскольку выбрать парфюм, это ведь, по-моему, неразрешимая задача, или это не так? Ну, на самом деле, парфюм всегда можно подобрать, на мой взгляд. Я работаю достаточно долго с парфюмерией, и, на мой взгляд, ничего сложного в этом нету. Есть много нейтральных ароматов, которые можно просто прийти, купить и подарить, и девушка будет довольна. Вот вы работаете с парфюмом, то есть в магазине, да, где продается парфюмерия. Как много мужчин вообще приходят перед 8 марта, может быть, там перед другими праздниками, без девушек покупать ароматы? Насколько у них вообще это хорошо получается? Ну, бывает такое, что мужчина просто придет, дайте мне что-нибудь. Покрасивше. Да, какой-нибудь, может, там презентабельный набор, и он особо долго не выбирает, он просто приходит, потому что уже время поджимает, и в основном они приходят, вот сейчас, сегодня пойдут 7 марта, 30 декабря, вот в эти дни они идут. С косяками идут в эти дни, да? В эти дни идут, и одни мужчины, девушек практически не встречу в магазинах парфюмерии. Как-то я так считала, что без человека купить ему парфюм очень сложно и практически невозможно, а получается, что все так и покупают. Да, но они надеются на помощь специалистов, которые работают в магазинах парфюмерии. И на авось, я полагаю. Да. А может специалист, работающий в магазине, как-то помочь? Это ведь, даже не знаю, не одежда в плане пришел, сказал, что, ой, знаете, у меня девушка хипстер, например, и продавец такой, а тогда я знаю, что вам подойдет. А не описать вкус на ароматы, наверное, словами, или это возможно? Возможно, кстати, есть такая, да, тенденция, что если, допустим, мужчина пришел, сказал, что моя девушка хипстер, то, соответственно, профессионал своего дела поймут, чем девушка пользуется, какой подобрать ей можно парфюм к ее одежде, к примеру, и они с этой задачей справятся. А есть какой-нибудь такой лайфхак, совет мужчинам, как нужно прислушаться к своим девушкам, принюхаться к своим девушкам, чтобы понять ее предпочтения в ароматах? Ну, может быть, посмотреть, что есть на ее столике, уже какой парфюм. Вот эти вот, с принюхиванием. Хитро. Неожиданно. А еще много разного неожиданного и интересного расскажем вам через несколько минут. У нас пока что время рекламы. После нее и музыкальной композиции от Константина Никольского. Появимся здесь, в студии, и продолжим этот ароматный разговор. Ну а сегодня, в это предпраздничное утро, в гости к нам пришел Алексей Литвиненко, специалист в области парфюмерии. И сейчас вопрос у меня следующего характера. Мы с Алексеем познакомились на прошлой неделе на одной, скажем так, светской встрече, где Алексей обрызгивал людей нишевыми парфюмами. Я вот когда пришла домой, в Фейсбуке у себя написала, что есть, оказывается, нишевые парфюмы, и все оказались такие вообще в курсе, что это такое. И все, давай меня заваливать названиями. Вот такой парфюм, вот такой, вот такой. Я вообще была не в курсе. Я думаю, что многие, наверное, наши слушатели сейчас первый раз услышали. Я вообще сначала услышала нишевые парфюмы, если честно. Меня потом поправили. Или нищевые. Нищие, да. Да, расскажите, пожалуйста, вот не о нишевых, а вообще о трендах современной парфюмерии. Есть ли вообще тренды? Ну, безусловно, конечно, они есть. И сейчас в тренде ароматы вот именно унисекс. И в как раз-таки нишевой парфюмерии она вся идет, практически вся унисекс. Это значит, что те ароматы, которыми могут пользоваться и мужчины? И мужчины, и женщины, абсолютно верно. На мужчинах раскрывается более грубый аромат, на женщинах раскрывается более нежный аромат. То есть экономично покупаешь девушке на 8 марта, можешь и сам использовать? Да, многие так и берут. Многие берут, вот есть молекулы, да, всем известная. Молекулу берут сразу на двоих. А насчет всем известной... Погорячились. Погорячились. Стоит кое-что пояснить. У меня молекула только со школьным курсом химии ассоциируется. А что это такое молекула? Eccentric Molecule – это бренд парфюмерный, который разработал и придумал немецкий ученый Гезе Шоен. Он придумал, запатентовал, значит, свою молекулу Изоя Супер в 100% концентрации и поместил ее в аромат. И эта молекула Изоя Супер, она усиливает аромат вашего тела. Давно у меня этот вопрос назревал. Как покупать парфюмерию правильно? Потому что ты, когда
брызгаешься там тестером, пробником, да, в принципе, все пахнут тройным одеколоном, вот если сразу. А какое время нужно провести в магазине, чтобы понять, как этот аромат потом на тебе раскроется? Вообще какие-то есть секреты, как нужно эту парфюмерию покупать, чтобы потом не было мучительно больно за бесцельно потраченные деньги? Ну, конечно, для начала нужно подумать, какой аромат вы хотите, сладкий, свежий, кислый, новый и так далее. Прийти в парфюмерный магазин, нанести 3-4 аромата, ну, себе на куда? Кожу, на кожу нанести, наносить на руки, нужно на запястье. На да, и на локтевой, вот, на локтевой сустав, вот, можно нанести, прийти в магазин, 4 аромата каких-нибудь, и походить с ними, не сразу в магазине парфюмерии, в магазине парфюмерии очень сложно походить с ними, потому что там много очень ароматов, а выйти на улицу, подышать воздухом, вообще, как бы пожить, да, с этим ароматом, посмотреть, как он будет себя вести на коже в течение дня, и уже потом определиться, если вам, допустим, в конце дня понравился какой-то из этих ароматов, вы уже придете и купите его, если же нет, вы еще раз заходите в магазин, еще раз слушаете, и таким методом вы подберете себе аромат в любом случае. А, то есть консультанты нормально реагируют на тех людей, которые приходят, обрызгиваются разными ароматами и уходят? Это ну, нормальная практика. Как бы да, ну конечно, они немножко злятся, консультанты на таких людей. Ты 10 минут стоял. Что за дела? Кто может объяснить? Но а куда деваться? Потому что действительно сейчас ароматы очень стоят, да, не дешево, я бы сказал. Поэтому и девушки, они очень не хотят расстраиваться, да, за вот как вы сказали, да, что купить аромат за большие деньги, потом прийти домой расстроиться, это, ну, не есть хорошо, конечно. А что касается, кстати, стоимости этих товаров, духов, понятно, есть духи, которые дорого стоят, качественные, есть, что называется, туалетные воды. Вот, кстати, есть разница. Просто какие-то ароматы. В чем разница? По большому счету, все пахнет. Ну, смотрите, есть на рынке парфюмерии, значит, можно так сказать, 5 видов парфюмерии, да, парфюмерных продуктов, правильно так сказать. На первом месте это, конечно, духи идут. Это топ. Это топ. В них, получается, концентрация ароматических веществ самая наивысшая. Это около 25% концентрация. И они самые стойкие, шлейфовые. Они идут самыми дорогими, потому что, ну, и они вообще в маленьких объемах. В них самый концентрат ароматических веществ. Они самые стойкие, шлейфовые. Далее на втором месте располагается у нас парфюмированная вода. Это вот такие большие вот банки? Да, большие банки. Духи не бывают в больших банках, да? Вообще вот в Европе там бывает по 300, по 400 миллилитров, по 500. У нас просто в России, ну, может быть, в Москве, да, где-то есть, в Кемерово, у нас таких нету объемов. У нас в основном вот духи, допустим, идут от 5 миллилитров и до 15, а парфюмированная вода, она уже пошла от 10 миллилитров, ну, можно 10 встретить, и до 150 сейчас можно встретить. Это что касается... И там концентрация веществ уже будет чуть-чуть поменьше, 20-18. И эти уже парфюмированная вода, она будет по стойкости поменьше, там 8-6 часов с вами. Вот, в основном самый популярный продукт – это парфюмированная вода на рынке. И на третьем месте располагается уже туалетная вода. Туалетная вода менее стойкая, более легкая версия. Она выходит тоже в таких же объемах, от 10 до 150. Больше такой офисный вариант. Кто любит более свежие, да, такие более нежные ароматы. И на четвертом месте у нас одеколон. Одеколон зачастую это в основном мужской продукт, и можно только встретить их в мужских линиях. Там еще меньше концентрации, там около 10-5%, и они самые менее стойкие. И пятый продукт – это какое-нибудь парфюмированное молочко, дымка для волос, либо гель для душа с таким же ароматом. Ну, дымка для волос – что это? Дымка для волос – это спрей такой. Спрей. Женя, не позорилась бы, я бы задал вопрос, выглядел бы все хорошо. Назрело у меня. Спрей с таким же ароматом, только вот концентрация его 3%, и он менее содержит спирт, чтобы не повредить волосы, с таким же ароматом для усиления аромата в целом. Допустим, есть у вас аромат от марки Christian Dior, ну, вы его не совсем слышите, вы хотите, чтобы он был с вами весь день. Вы еще взяли гель для душа, помылись с утра, лосьон купили, намазались лосьончиком, побрызгались ароматом, не хватает вам. Вы еще взяли дымку для волос. Ну, или такой легкий продукт. Дымка, она как бы еще, она маленькая, в основном 10-15 миллилитров для сумочки. Просто взять с собой где-нибудь на вечеринке, да, на вечер где-нибудь раз так на волос нанести, слегка будет такой легкий шлейф. Это прям комбо получается. Да, комбо. Вот, и таких 5 продуктов в парфюмерии существует.
Вот. То есть, если вы хотите пахнуть долго, это духи. Долго. Угу. А если хотите пахнуть как мужчина, то дайте крыло. А вот эти вот это вот модная сейчас, ну не модная, хорошо, распространенная тема — духи на разлив. Вот это что там они продают? Ну, у нас духи на разлив, вообще я не видел нормальных духов на разлив именно в нашем городе. Если брать другие города, Москва, там что-то можно найти. Я на разлив не рекомендую. Тема модная сейчас, и в нашем городе продаются духи с неожиданными и необычными для классического понимания ароматами, как то аромат земли, аромат картошки, аромат зомби. Мокрый зомби? Да, аромат мокрый асфальт, почти как цвет машины, да? Я почти угадал. Да, аромат огурца, аромат помидора. Для кого это? Для всех тех, кому надоела обычная парфюмерия. Кто ищет что-то новое, интересное, необычное, кто хочет выделиться из толпы. А, кстати, насчет выделения. Прекрасно мы понимаем, что ваш запах – это не только для вас, но и для окружающих. И порой парфюмерия – это больше средство атаки, чем защиты и привлечения внимания. А такие ароматы, они будут выгодно выделять тебя из толпы? Или скорее на тебя будут коситься и затыкать нос, общаясь с тобой? Ну, тут, я думаю, 50 на 50. Кто-то будет в восторге, скажет: «Вау, что за аромат такой интересный», начнет интересоваться, кто-то скажет, чем он надухарился вообще. У меня был опыт, когда я вот начинал только работать, есть такая... марка Серж Лютанс, там есть ароматы очень вот на маслах такие мощные, амбре султан, арабика, может, кто-то слышал. Вот я нанес как-то этот аромат и зашел, значит, в общественный транспорт, и просто люди начали задыхаться и кашлять, и говорить: кто тут такой умный, думает, что самый такой деловой блатной надухарился. Мне просто было очень смешно, но действительно я понял, что лучше так не делать. А как, кстати, правильно духариться? Некоторое время назад... Правильно духариться или душиться? У меня душиться не с тем как-то ассоциируется почему-то. Наносить аромат, будем так говорить. А как правильно наносить аромат? Какое-то время назад читал о том, что многие делают это неправильно. Как нужно делать, чтобы было по всем канонам и этикету? Вообще, раньше считали, что аромат нужно наносить еще в древности, что аромат надо наносить вот под коленку, вот здесь вот, да, снизу, для того, чтобы аромат там, ну, как бы... собак. Нет, он оттуда как бы больше всего благоухал. А считалось, что если ты наносишь аромат куда-то просто вот так вот на себя, на тело, то ароматы все уходят богам, и тебе ничего не остается. Вот так было на самом деле в древности. А сейчас я советую, как наносить аромат. Лучше наносить аромат на чистую кожу, чтобы аромат раскрывался красивый и дольше был по стойкости с вами. То есть после душа можете нанести на себя сразу аромат. Можно, ну, мужчинам, да, можно вот наносить на область груди, а вообще всем остальным просто на запястье, на локтевой сустав, тут за ушком, да, на мочке. Вот, вот эти самые такие пульсирующие места, откуда, значит, хорошо будет раскрываться аромат и хорошо будет слышен окружающим. То есть это не на волосы, не на одежду, как некоторые делают? Ну, на волосы не рекомендуется наносить, потому что там все-таки спиртосодержащие вещества, и волосы могут немножко подпортиться. Поэтому, ну, конечно же, все наносят, но... делают это неправильно. Да. На одежду тоже как бы можно наносить, но некоторые ароматы такие маслянистые, что всю одежду просто испортишь себе. Поэтому... А плюс у некоторых бывают разные ароматы, и потом они будут как-то комбинироваться на одежде. На самом деле, тема ароматов, она такая очень личная, я бы сказала. Есть ли у вас, может быть, поскольку вы занимаетесь парфюмерией, какие-то в словарном запасе такие припасенные фразы, когда человек рядом с тобой надушен чем-то тем, от чего тебя просто вот мутит? Вот есть такие люди, я помню, как-то пришла ко мне женщина на собеседование. Пока она собеседовалась, у меня заболела голова. Есть эвфемизм к слову «ты воняешь». Да-да-да. Или вы все-таки очень-очень корректны всегда? Ну, я в этом плане всегда корректен. Я работаю уже, говорю, достаточно долго, и для меня как-то нету там таких неприятных ароматов. Для меня все ароматы хорошие. А если человеку не подходит аромат, вы это видите? Можете увидеть? Ну да, бывает такое, что действительно ты думаешь, ну это же вообще не твое, а человек пользуется. То есть это достаточно объективная оценка? Ну да.
Вот. Скромно себе, ну да, и я достаточно. Прям хочется даться понюхать себя и понять, да, как хорошо я. Да, насколько это мне идет. Спасибо большое, время наше истекло, время для нашего разговора. Я напомню, что сегодня в гостях у нас был Алексей Литвиненко, специалист в области парфюмерии и парфюмерный блогер. Спасибо большое вам и благодарных покупателей, пожалуйста, конечно же. А мы отправляемся на музыку, вернее даже на рекламу, после нее и пару музыкальных композиций. Брайан Адамс появится на волнах 20.